Почему человеку всегда хотелось летать? Возможно, это дарит ощущение безграничной свободы. Смотрите, что я имею в виду. Мне хочется увидеть удаленные уголки планеты и древние цивилизации, пройти сквозь огонь и лед, оказаться так близко, чтобы он потрескался подо мной. Я хочу взбираться на вершины и нырять с них вниз. Я мечтаю о неизведанных тропах, как бы далеко они ни были. С ветром за моей спиной я сам стану ветром. Я отправлюсь в полет вместе с друзьями и почувствую прилив энергии. Ненадолго остановлюсь, чтобы перевести дух, и, увидев все, отправлюсь домой. Мое путешествие стало открытием. Я понял, что летаю не ради мест, которые увижу, а ради самого ощущения полета.